где съемку ведем, это вот дом, да. Когда-то здесь жила вот Конева Надежда Клементьевна, учительница начальных классов, 42 года в нашей стеклянской школе отработала. Это моя тетя родная, мамина родная сестра. А это вот с таким сыном я приехала. Это вот фуфайки, вот в сапогах, одна с вилами в руках. Это вот свекр мой в гости приезжал. Это вот так, представляете? Это 1988 год.